Всем привет, дорогие друзья! Снова здравствуйте! Снова добро пожаловать на канал Nimita Games Project. Меня по-прежнему зовут Владимир Гросс, и мы играем в Героев Меча и Магии 2. And welcome back, and we here in the Nimita Games channel. And my name is Владимир Гросс, and we play Heroes of Might and Magic 2. Let's start! Итак, so, есть у нас тут какие-то штуки, да, есть у нас тут какая-то армейка. Есть у нас какие-то враги, но мы этих врагов пойдем потихонечку поддушивать. Все еще отбираем ресурсы. Блин, тут очень много ресурсов на карте. Во многом это, кстати, основная наша была проблема. Опять кончились все деньги. Но рынков, как обычно, много. Мы можем опять разменяться. Ну и пойдем обратно вниз. В этот раз он нам уже таких ущербов не нанесет. Кстати. А мы ведь можем. Здесь тоже нападение устроить. Так, тут тоже забираем ресурсы потихонечку. Тоже потихонечку будем набирать небольшую армию хотя бы. Ну вот, да, он тут бегает, забирает замки, что-то покупает. Все понятно, но я думаю, мы его сейчас со всех сторон поддушим. Вон он там бегает у нас уже. Так что не зря мы тут закупаем армию. Правда, он бегает вот здесь. Угу. Где-то тут бегал, вот. Достаточно сильный враг здесь бегает. Ничего, такие геройчики слабые. А вот хороший геройчик подъехал, да? Это тоже хороший. Ну, мы заберем тогда замок, раз он никому не нужен. Да, правда, не дошли. Но тоже не страшно. Эта барышня пойдет здесь какие-то шахты. Блин, тут столько много шахт. О, привет. А ты чего тут? Ничего я, судя по всему, да? Так, отлично, пробили. Кстати, мы можем здесь драконов выкупать эти. Здесь я сам себя заблокировал. Здесь, наверное, надо сюда куда-то идти. Тут основные массы врага сосредоточены. Сюда и пойдем. Блин, миссия, конечно, жесткая. Душный очень враг. Со всех сторон бежит, очень много героев покупает, активно ими пользуется. У него куча денег, куча ресурсов. Но мы тоже не лыком шиты, одного за другим будем пока тут выносить. Да, у него деньги кончились на выкуп армии. Кончились у него денежки на выкуп армии, чем мы и будем пользоваться сейчас. Хрюша купим. Ну, пусть пытается нападать.
Ну давай, дружок, хочешь повоевать? Давай повоеваем. You wanna play? Let's play. Давайте сначала нажмем. Тут какая-то армия крошечная есть, и он ее убивает, причем совершенно без проблем, Крэгом Хэгом, что очень странно. А может и не странно, кстати. Перебил статами, получается. Да, у него, видимо, статы какие-то сумасшедшие, да? 13-4, ну да. У нас только 3 маны, да? Ну, то есть мы ничего сделать не можем. Но с другой стороны, мы можем выиграть. Да шо ж, как он меня все время убивает-то? Ему тут уже убивать-то нечем, он все убивает. А мы ману-то не пополнили, вот оно что. Ну давайте тогда сделаем. Ну и конечно, ему должно было бы залететь. Если б не та моралька, конечно, бля. Ну, неплохо. А тут что такое? А, ну тут гномики бедные. Ну, мы можем ничего, да? Угу, гильдии-то нет. Ну, даже как-то постреляли, да? Вот видите, со всех сторон бегает, со всех сторон нападает, довольно душно. Мы тут ресурсы у него отобрали, сейчас забежим еще сюда. Где он у нас тут пробил-то? А, вот тут. Блин, поймать бы хоть кого-нибудь. Так, еще мы забрали у него здесь шахту. А здесь был город драконов. Прикольно. О! Ну, привет. Ну, здравствуй. Самое прикольное, мы набрали уже столько экспы, да, вот они бегают от нас, мы столько экспы набрали, а до сих пор даже мудрость не апнули. Так, здесь нам надо разменять кучу денег. Хватит ли нам? Похоже, что не хватит, поэтому пойдем сначала сюда. Ну, шаг за шагом мы все равно справляемся. Пытается теперь до сюда добежать. Божечки, что с ним не так? У нас тут вообще хоть кто-нибудь есть? Вот эти ребята есть. И вот этот колдун. Двигаем логу. Так, здесь ловить пока не будем никого. Просто вот здесь, он сюда бежит же, да? Мы здесь купим какого-нибудь мужчинку вот такого. Подкачанного. Да и пока хватит. Пока он добежит. За один ход он не добегает. Здесь огромный запас армии, он ее не выкупил, да? Так, ну на этом
пути у него никого не осталось. Ну да, прикольно было. Так, усатый здесь сидит, этот молодой человек здесь сидит. Это тут охраняет, да? Не, ну пусть бегает туда-сюда, почему нет? Сейчас мы его все равно поймаем рано или поздно. Здесь тогда бежим туда. Правда, не вижу здесь никого, кого можно было бы нахлобучить. Так, 50 тысяч у нас есть, я думаю, мы сможем разменяться. Но они не хотят с нами дружить. Блин, вот это подстава, конечно. Лол, ничего себе. Я думал, там это, ну, мир, дружба, жвачка все-таки. Но нет. Сразу попробуем красных тогда, если, скорее всего, недостаточно армии. Окей, да. На этой барышне столько драконов недостаточно. К сожалению. Хотя она довольно неплохо справилась. А, вот он паразит куда. Зато у этого джентльмена хватит. Ну, а мы пока ресурсы соберем. И статы. Так, лидерство, стрельба. Зеленого все, больше нет. Одного врага мы уничтожили, остался последний. И он сейчас будет сюда нападать. Что ты хочешь со мной сделать? Напасть, да? Ну давай, нападай. У меня есть какая-никакая магия. Но передумать, скорее всего, нападать. Сначала. Здесь у нас есть какие-то артефакты, поэтому... Без шансов. Угу, да, ну вот они тут бегают. А нам надо сюда бежать. Мы вот сюда добежим. Так, ну ладно, дальше ждем. Угу, вот здесь он бегает, сюда бегает, здесь бегает, везде бегает. Пришло очень много денег, это хорошо. Этот все равно воинством берет, поэтому мы давайте вот так вот, да? Чтобы статы были совсем уж страшные. И пока возьмем вот так. 116 тысяч, не хватает 20 кусков. Ля-ля.
чтобы вы понимали, это 37 драконов черных. Но денег на еще одних у нас не хватит, поэтому мы пойдем сюда. И будем забирать на следующий ход. Тут он не напал. Он сюда, наверное, хочет напасть, но... Флаг ему в руки. Есть какая-то армия, тоже неплохо. А где же наш враг? Вот здесь он, да? Вот куда надо бежать. Угу, на драконий замок нападать хочет. Хочет нападать на драконий замок. Пусть, конечно, пробует. Это, кстати, нам на руку. Эти хотят за 108 тысяч. Нам не хватает 66 тысяч золота. Но хватит ли? Похоже, что нам не хватит даже с полным разменом. Так, ну тогда нас это не устраивает. Да, мы автосейв загрузим. Слишком большие потери. Нас такое не устраивает. Надо будет просто один ход подождать еще. Так, а где мы здесь можем чем-то поживиться? А, пожалуй, ничем. Давайте мы соберем здесь деньги. И встанем потом под этот ход. А здесь, в свою очередь, соберем вот эти деньги. И пойдем уже куда-нибудь шахту отбирать и наверху там ловить ворожину. Не стал нападать даже. То есть он бы мог напасть вообще без проблем. Но решил не рисковать, да? Что очень странно. Давайте догоним его. Покидает нас? Чего? Еще... Че это у нас покинул? У нас есть хладный луч, куча маны. И он нас покинул. Да не, это не может быть правдой. Так, давайте засейвимся. Вот, в этот раз он нас не убил. Потому что драконы решили, да? Ну и у нас теперь магии побольше. Thank you.
Но он сбежал. Ну, неудивительно. Но, с другой стороны, ничего критичного. Мы еще одного его, сильнейшего его героя поймали. И наказали. Но денег у нас опять нет. Но у нас опять нет денег. Ну, надо бежать сюда. У нас же тут нет крутых заклинаний, да, нет. Быть может, забежать сюда. Что у нас тут? У нас тут вообще никакой гильдии же нет. Давайте хоть такую армию возьмем. Пойдем забирать здесь ресурсы. Мы бы могли пробить драконов на самом деле, но уже нет смысла. Пойдемте сюда. А этим парнем тогда пойдем наверх, и там уже будем ловить кого-нибудь. Только кого? Вот этого, да, пассажира? Угу. Вот опять со всех сторон бегут паразиты. Но он бежит как раз к этому городу. Он его не захватит. При всем желании, да? Да что ж такие герои слабые? Интересно, придет кто-нибудь из сильных героев? Вот он сладенький мой. Вот он мой крэкхэгушка. Давайте мы просто тут убьемся. Он крэкхэг, вот он мальчик мой. Вот они сумасшедшие статы безумные. 13-4-4-1. Один знание это, конечно, просто приговор, но... У него еще не все посещено. Представляете, сколько еще здесь статов просто не добрал он. Какая-то сумасшедшая история. О, прикольно. Подарок нам сделал, прям прибежал к нам в руки. Но здесь ничего не остается, только бегать и собирать шахты, отбирать ресурсы и ловить его. Но ловить его уже негде. Ага, вот где его можно будет ловить. Если бы паралич, если бы долбанные лучники стреляли куда следует,
Так, ну тут барышня справится, там есть кому справиться с ними, да? Потом барышня здесь просто побежит. Здесь замок есть. Здесь все это время был замок с пятой гильдией. Ни хрена, у него тут фортпостик, оказывается, был все это время. Тоже хороший герой, кстати, 2-1-5-2. Так, куда он сдриснул-то? Шахту золотую забирать пошел. Сядем здесь. Здесь побезопаснее. Так, поблизости есть кто? Отлично, мы его догоняем. И убегаем. Крэк бежит сюда. Со всех сторон его мы поджимали. Боялся он, что не сможет победить. И, естественно, он и не сможет. Тут тоже пора выдвигаться. Оббирать его до нитки. Ну, вот он сам подбежал к Крэгу. Тут он плодит кучу героев. Это очень хорошо, потому что, ну, это значит, что у него не будет армии. Герои будут, армии не будет. Угу, вот тут еще можно кого-то подловить. Ну, прям к Крэгу в руки прибежал. Он еще и армию немножко распределил между всеми героями. Отлично. Ну все. Так скажем, финишная прямая, судя по всему. Судя по всему, финишная прямая. Так. Не здесь. У Крэга нет. У кого же он там? Рядом был. Нет. У барышни, что ли? Да. Давайте сначала побольше потерь нанесем, побольше опыта заработаем. Какой молодец, кстати. Эх, барышня. Серьезная мадам. Просто пальнул меня молнию и сбежал. Ну, тоже неплохо. Прикол, да? Барьер, чтобы что. Очень странный. О, тоже к нам в гости бегут. Молодцы, все приближаются. Это значит, что нам будет проще их ловить.
О, ну вот и конец, вот и конец. Ой, они тут на... Смотрите, сколько у него золота. Ну да, с таким количеством золота, может, и не конец. It's not the end, I think, because of gold of him. Too much gold. Тюм-тю-тю-тю-тюм. Too much gold. Но, it's last. Once and we are victorious. И да, это победа. Теперь королевство Грандейл в нашей власти. Его правители скрылись в дальних землях или погибли от наших мечей. Я возвращаюсь в свой замок, чтобы в мире прожить оставшиеся годы. Ну, красный дракон, Red Dragon, it's not so bad. Это практически максимальный дракон. Прикольно. Прикольно. В любом случае, ребятки, все. Герой меча и магии 2 пройдены целиком. It's completed. Heroes of Might and Magic 2. Однако у нас осталась еще одна история. Эта история называется прохождение кампании за злодеев, но уже в обновленном движке F-Heroes с увеличенной сложностью. Будет интересно, но это мы будем проходить на стримах, так что не забывайте приходить на стримы, наслаждаться героем меча и магии 2. And guys, here the complete story about the Heroes of Might and Magic 2. All campaigns are ended, but we will play on streams company for evil personages, and it will be on new difficulty level from guys of F Heroes 2. And this is gonna be very interesting, very hard, but on streams. Subscribe on channel and wait for these streams. And thank you for watching. Thank you for all of you doing to me, to our channel. I think it will be interesting in future. And we will see you soon, I think. I hope I will see you soon, but... Anyway, bye-bye. Ребятки, еще раз спасибо всем за внимание и пока-пока. Скоро увидимся.